Привет, Иван. Привет, Данил. Расскажи о себе, чтобы наши зрители понимали, с кем они будут сейчас на протяжении получаса, кого они будут слушать. Вот представь, что у тебя есть одна минута, мы оказались в лифте, как два предпринимателя, хотим друг другу рассказать о себе. Ага, хорошо. Меня зовут Иван, я предприниматель, владелец школы стиля и имидж-студии 28. Занимаюсь организацией мероприятий в сфере фэшн, также идейный вдохновитель стилистов, помогаю им реализоваться в сфере моды и раскрыть свой потенциал. Занимаюсь организацией мероприятий уже с 2013 года, и бизнес-мероприятия делали, и продажи. Сейчас вот с 2017 года сфера моды очень интересная, красивая, много классных людей. Поэтому, если вы желаете что-то поменять в своей жизни, свою профессию или просто преобразить себя, свой вкус, как-то развить, welcome к нам в школу стиля. Может, были какие-то кейсы из детства, из серии, что там лимонад продавал, знаешь, там в 14 лет, там 16 классика, лет? Классика, классика. Бутылки. Бутылки сдавал. Маме, помню, браслет красиво купил. Сколько тебе было? Мне было 7 или 8 лет, примерно вот в этом возрасте. Но я даже не думал, что буду каким-то предпринимателем, просто это было как-то первые деньги, наверное. Так, смотри, у тебя была история, ты занимался сетевым маркетингом. А, это можно вырезать. Да, конечно. А потом продажи бизнеса. И тогда ты еще занимаешься сетевым, то есть это какие-то начинания к тому, чтобы чем-то своим владеть. Потому что я общался с сетевиками, и все они преподносят это как бизнес. То есть так, уже тогда ты хотел что-то такое свое? Да, это, наверное, был ключевой момент после перехода из найма. Я работал в строительстве, я вообще строитель по образованию, промышленное гражданское строительство. Понял, что не хочу в этой сфере развиваться, потому что не нравится. И, соответственно, ну, результат будет опрометчивый. И бизнес сетевого маркетинга, он действительно мне раскрыл некую огромную сферу, потому что бизнеса, потому что, ну, а кто еще, кроме как не сетевик, либо папа, у которого есть бизнес, либо, ну, где ты еще занимаешься бизнесом? С минимальным порогом вхождения. Да, безусловно. Поэтому, в принципе, этот период я могу назвать обучением. Вот есть бизнес-школа, там MBA, да, вот эти. У меня немного другой вариант произошел. Ну, там тоже неплохие скиллы дают именно по общению, по убеждению. Идеальная школа для того, чтобы научиться организовывать мероприятия, собирать классную команду, оптимизировать какие-то системы в плане обучения, там, взаимодействия с людьми и создания атмосферы. Был ли у тебя какой-то, может быть, ментор, вдохновитель? То есть откуда ты черпал вот эту энергию еще извне, чтобы находить силы заниматься и сетевым, и организацией всего, и вот начать свой путь в бизнесе? Наверное, примеры из книжек, примеры успешных людей. Ну, их тут можно много перечислять, начиная там от Киосаки. Да? Советуешь биографии читать? Биографии, безусловно. Бизнес-литературу западную, ее тяжело понять, у нас другой менталитет. Тренинги, по большей части, это такой был еще период, да и сейчас тоже. Инфобизнес очень размытая тема, и действительно качественного контента очень мало. А истории, они истории, и они уже написаны, ну, единственное, там, каждый по-своему трактует, но истории успешных людей, или, ну, не только там древних каких-то, там, да, наших современников. Например, я вот Илона Маска действительно люблю, уважаю, Джефф Безос, да, вот наши такие два сейчас двигатели, титаны, которые действительно задают темп, и я вдохновляюсь, я смотрю, и да, они в другой сфере, но я вижу их подход к делу, что они работают, они горят, они там проекты, все, это тоже тебя подстегивает определенным образом. На начальном этапе, когда человек начинает свое дело, вот он увлечен чем-то и решился, ему что лучше читать? Какие-то вещи касаемо отдельных тонкостей его бизнеса, то есть там, как продукт делать лучше, строить еще, там, как управлять именно такую сугубо бизнес-литературу, либо больше мотивационную, чтобы на этом шаге не сдаться, а именно идти вперед? Если человек начинает бизнес,
Что ему нужно первое время в голову положить, верно? Да, что ему лучше вот читать, потому что литературы много, и можно просто утонуть в каких-то вещах тонких и сложных, и понять, что разочароваться вообще в себе, либо это наоборот лучше. Вот что ты считаешь важнее, поддерживать мотивацию на первоначальном этапе, либо углубляться в тонкости? Первое время нужно пахать во всем фронтам. Любое малое предпринимательство и малый бизнес подразумевает работу 24 на 7, 8 рук, человек, команда, сам все, и настройка рекламы ты будешь изучать, и сферу будешь гуглить, там непонятные слова. Я, например, не знал, кто такой стилист и чем он отличается от имиджмейкера. Спасибо, Google. Реально, первые звонки, там, алло, да-да-да, там, и в тот момент гуглю, что за слово мне сейчас задали. Вот, поэтому и профессиональные какие-то слова, какая-то информация по, ну, вообще, наверное, литературу надо какую-то читать, но не фокусироваться на знаниях, фокусироваться больше на действиях. Знания тебе понадобятся, когда возникнет проблема, то есть, или задача какая-то. И надо их решать по мере поступления. То есть не стоит загружать себя заранее всем, что пока что тебе даже не нужно еще. Вообще, я даже думаю, вообще нельзя загружать себя, потому что сфера любая, она даже кофе, да, сферу если взять, она очень емкая. Здесь можно углубляться и углубляться. Поэтому все поэтапно будет происходить. Жизнь тебе будет подкидывать задачки, решишь. Молодец, не решишь, научишься решать. Вот и все. Как тебя изменил бизнес? Сколько рук у тебя еще появилось? Вот, и сколько голов ты прячешь под пиджаком еще? Ох, как меня изменил бизнес? Да, вот какие-то, может быть, навыки, что может быть... Например, я могу сказать, что раньше я был вообще необщительным, довольно-таки стеснительным. И мама до сих пор удивляется, как я сейчас с людьми так много общаюсь и взаимодействую. Она говорит, боже, в детстве ты краснел, когда видел людей и убегал. Знакомо, понимаю тебя. Ты имеешь в виду вообще бизнес? Да, то есть ты занялся своим делом, и это тяжело. Тебе приходится много делать, чего ты до этого не делал. И как это тебя изменило? Стал ли ты, может, как-то жестче? Появились ли у тебя какие-то принципы, которые легли в основу твоего дела и тебя? Да, конечно, появились. Какой-то и пример. Появляются. Общение с людьми, безусловно, это ну, первый скилл, который начал качаться, потому что ну, не по интернету, не, у нас время еще такое, мы еще в онлайн полностью не перешли, слава богу, и общение с людьми прокачали, конечно, навыки коммуникации, формирование вообще мыслей, потому что я, ну ты представляешь, прораб, да, он общается с кем, там, с узбеками, ребятами, рыбачагами, с прорабами такими же, и там какой у нас язык? Язык мат и как-то вот агрессия, может быть, вот это, и как мне общаться с другими-то людьми, люди другие не общаются на этих языках, соответственно, бизнес мне сразу поставил какие-то определенные рамки, как взаимодействовать и так далее, поэтому это, наверное, был самый первый такой плюсик. Как находить связи? Как ты находишь нужные связи? Потому что я вот лично считаю, что бизнесмен не может быть без общения, замкнутый в вакууме, тогда навряд ли у него что-то получится. То есть бизнес — это в первую очередь общение. То есть что ты можешь посоветовать, какими способами ты руководствуешься, чтобы найти именно каких-то партнеров, тоже заинтересованных людей? Я даже хотел по этому поводу небольшую лекцию провести у нас в школе, да, но как-то все что-то не довелось. Я думаю, сделаем. Ну, один посетитель у тебя есть уже. Здорово, здорово. Так, ну смотри, наверное, самый главный навык это искренне интересоваться людьми. Потому что, вот, например, взять всех партнеров, с которыми я сейчас работаю, это люди, чей продукт и чьи взгляды мне самому нравятся. Потому что я не буду работать с людьми, у которых, ну, с которыми дисконнекты. Да, только ради выгоды ты не пойдешь к ним. Вот слава только. Богу, не пригождалось пока такого. То есть мне это в принципе не нравится модель, потому что вот в строительстве там так. Там как бы ну, силой у нас силой. Цензура, да, мы, ну там, в общем, ну ты понимаешь, чтобы, да, чтобы быть в строю, надо быть, в общем, определенных качеств людей, которые мне не импонируют. А если тебе действительно нравится, как люди подходят к делу, с каким энтузиазмом,
и ты сам такой, да вам особо не надо даже договариваться, вы можете познакомиться, а познакомиться в наше время можно как угодно. Ну, спасибо лучше социальным сетям. Спасибо, да, социальные сети, но личная встреча, просто прийти там, может быть, на мероприятие, если человек какой-то организует, как-то поддержать, как-то точки соприкосновения. Можно немного что-то под, ну, даже не то, что подделать, а подстроить встречу определенным образом. Такое тоже бывало, например, на какой-то конференции. Я знал то, что будут определенные люди, и я знаю то, что мне с ними нужно познакомиться, потому что это знакомство потом даст определенный толчок. Но при этом этот человек тебе приятен и вдохновляет. Безусловно. Это обязательное условие. Да. Скажи, такой вопрос, ты использовал когда-нибудь стратегию fake it till you make it? То есть притворяйся, кем хочешь быть, до тех пор, пока не станешь им. Или ты свободно людям говорил о ситуации, действительности, какая она есть? Либо все-таки когда-то тебе приходилось говорить, что да, я уже такой-то, такой-то, хоть этого и не было, чтобы чего-то достичь. Возможно, кстати, на первом этапе управления школой, да, приходилось какие-то вещи либо умалчивать, например, да, либо как-то, ну, не было понимания, потому что, да, либо ну, не привирать, наверное, или факты. Я сейчас тебе не скажу, но было что-то, не буду темнить, как бы было точно определенное формирование какой-то картины себя как руководителя, а у меня опыта до этого же не было, поэтому приходилось. Ну и потом уже подтянулось. Хотя на самом деле люди охотно верят, то, что ты им говоришь, главное уверенно это говорить. Да? Это точно. Вот так вот. Согласен. Потом расскажу свою историю. Хорошо, хорошо. Смотри, давай поговорим о твоем распорядке дня. То есть есть какая-то особенность? Вот будучи бизнесменом, тебе пришлось поменять свой день. Да. Все-таки пришлось. Конечно. И он начинается в 5 утра. С попугая, да. Сообщение с ним. Да. У меня есть попугай, Кики, чудесный кусочек солнца, он желтый, позитив сплошной, и он меня будет по утрам. Он не в клетке живет. Он живет в клетке, но я у него, она у него открыта постоянно, то есть я за свободу, ну, свободу попугаем. Да, вот, и он живет и будет меня в 5 утра, потому что видимо, солнышко встает, и это не будильник, его нельзя нажать на кнопочку. Никак, да. Вообще никак. Максимум ты можешь его там закрыть и отнести в туалет, но это слишком жестоко, поэтому вставай, иди работай. Совет или, наверное, что мне помогает как-то организовывать себя? Утро. Есть книги по этому чудесному времени, да, и как себя оптимизировать. Есть много рекомендаций, и это правда. Как ты организуешь свое утро? Вот просто обычный лайфхак. А будильник переводишь, бывает у тебя такое? У меня один будильник всего стоит. Один будильник. Один и все. Есть люди, у которых несколько будильников. Раньше так жил. Каждые 15 минут. Одна развращает простая, очень. Вообще. Одна простая идея, в общем, где-то на канале YouTube увидел. В общем, если ты проснулся и перевел будильник, то в принципе ты уже начал день с проигрыша самому себе, с маленького. И у тебя мозг начинает такой, ладно, окей, проиграл, еще потом проиграл, потом 5 проиграл и потом 7-0 в пользу врага. Это да. Нормой уже становится. Да, время. А если ты с победы начал, потом маленькую привычку, там стакан воды, да, не тяжело же, не тяжело. Потом там что, там не знаю, зарядочку какую-нибудь поделал. Потом еще что-нибудь. Так накручиваешь, накручиваешь. До 11, с 6 до 11 формируется определенное, как бы, ну, я для себя живу, да, занимаюсь собой, потом делами с 11 часов. Вот. Но распорядок дня примерно такой. Вечером уже там свое что-то. Но на дела тоже не надо много времени. Я раньше сидел, бывало, с 12 там, дня до часу ночи в студии, работал. Ну, было много работы, конечно, но эффективности от этого не прибавлялось. Какие-то личные цели на этот год? Занимаешься ли ты вот целеполаганием? Да. И какая вот одна, наверняка, может, личные какие-то не раскрывать совсем? Одна самая главная цель, которая до конца года должна быть сделана? Онлайн-школу поставить на хороший фундамент и оптимизировать уже все процессы. Мы запустились спустя 2 года, но сделали это. Сейчас уже проходят первые ученики онлайн-курсы, и вот задача, наверное, на новый сезон, это с осени, масштабировать онлайн-школу до приличных, приятных размеров,
приятных кошельку, приятных масштабу и динамики, самое главное. Вот это, наверное, такая идея фикс, на которую я сейчас просто всеми возможными силами работаю. Это что касаемо дела. Что касаемо личных целей, это, конечно же, путешествия. Хочу открыть для себя Азию. Не был в Азии ни разу, поэтому путешествия, люблю путешествовать, просто любовь. Соответственно, Бали, говорят, хорошо. Поедем, посмотрим. Вот. И личный, наверное, будет 30 лет в этом году. Еще по здоровью. Здесь, конечно же, это физическая какая-то форма, которая, ну, будет приятна мне прежде всего взгляду. Это что-то визуальное? Или это я визуализирую визуально и в цифрах, и визуально, и во всем. Я сейчас хожу на кроссфит, мне нравится, это много энергии дает. И... Да. А где он находится? Такое помещение просто, оно невероятное. Я смотрел твои сторис, я вижу вот этот масштаб, этот купол, и думаю, вау, где это? Так, на правах рекламы. Red Tower. Это здесь тоже на Петроградке. Вот так вот организовал свою жизнь, сократил все расходы на расстояние, на передвижение. До работы 5 минут, до зала 10 минут. Вот от дома. Поэтому Red Tower хорошее место, порекомендовала как раз вот моя помощница. С которой работаем, по онлайн-школе развиваем. Ты начинал без какой-либо финансовой поддержки. И что ты можешь посоветовать предпринимателям? Стоит ли им залезать в кредиты, искать инвесторов, или все-таки такой классический вариант, чтобы это органически, но очень сложно все пошло? Нет, кредитная история — это история далеко не для новичков. Я считаю так. Максимум заемные деньги у доверенных лиц, родственники, например, да, и то у тебя должна быть уже определенная модель, проверенная, например, или хотя бы опыт какой-то, ну, не знаю, тут такой вопрос. Вот брат у меня вписался в один там бизнес-тренинг родной, организовал ресейл винтажной одежды у себя на квартире вот, в городе Сыктывкар. И взял там определенную сумму, тоже, как сказать, инвестор вложился, чтобы дивиденды некие получать. Опыт получен, бизнес не пошел. Кредитные средства возвращаются. Обязательства остались. Обязательства остались. Обошлись малой кровью, конечно же. Вот урок. Хороший урок. Стоимостью там, ну, около там, $1000, например, примерно так выходит. Поэтому какие-то небольшие можно заради опыта, но брать там цифры там с 6 нулями, это, ну, нет, это too much. Только взаимные деньги только для масштабирования получается. Да. Не для старта, только да, чтобы масштабировать. Когда усиливать сильное. А на начальном этапе стартапы, ну, я не знаю, ты же не Илон Маск, чтобы придумывать какие-то уникальные вещи. И все должно быть очень рационально. Не ставишь табу на партнерстве с друзьями, может быть, с девушкой даже? Или это... Точно не с девушкой, нельзя, нет. А с друзьями, да, но друзья должны быть проверенными, соответственно, проверенными в деле. Вот у меня, например, мой круг общения моих друзей, это как раз сетевого маркетинга. Мы оттуда большую часть ушли, и это вот около там 7 человек в разных частях России, даже за границей. Но мы все занимаемся каким-то либо предпринимательством, либо бизнесом. И у нас отличные взаимоотношения, потому что мы уже в деле познакомились, а не во дворе и в школе. И потом начали бизнес. Вот если ты в деле дружбу сформировал, ок, ты можешь дальше пробовать. Но и то тоже бывает всякие. С какой мыслью просыпаешься утром? Классный день, столько можно всего успеть. Я считаю, что вообще жизнь, она не то, что там 100 лет, да, там 80 лет. У тебя каждый день это жизнь, ты каждый день рождаешься и, ну, не умираешь, засыпаешь, умираешь. Да? Вот. Поэтому как ты его проведешь, чем ты его наполнишь? Хотя бывают дни поваляться просто, с попугаем поваляться, поиграться, но ни в коем случае не домоседствовать. Это убивает тебя как личность, это ничего в твою жизнь нового не приносит. Поэтому, да, ну, просыпаешься, классно, хорошо. Если плохо, то сделай, чтобы было хорошо, иди чем-нибудь займись, сделай пользу какую-нибудь, встретись с друзьями. В общем, такое. Я люблю жизнь, она очень интересна, многогранна, и ее можно всю жизнь прожить и еще больше. Поэтому вот такой настрой у меня всегда. Каков был еще порог вхождения в этот бизнес? Сколько тебе пришлось инвестировать?
Сколько денег? Примерно. Можешь точные цифры не говорить? А, около 500 000 получается, вообще вышло полностью все. Выкупить это. И с бизнесом, да, начать, да, и выкупить его, и вложиться, угу. И какие-то первые вложения в плане техники, рекламы, перестройки сайта, ну, в общем. В каком состоянии ты получил этот бизнес? Получил... Он вообще доходный был, когда ты получил? Это была очень такая интересная история, которую я еще узнавал в течение полугода. Очень подводных камней много было, даже не самой сферы, а именно конкретно этого бизнеса. Угу. Предыдущий владелец вела дела очень некомпетентно и даже я бы сказал, очень стрёмно. Угу. Куда в первую очередь ты инвестировал деньги? Ты понял, что делать? У тебя был какой-то план уже, наверное. Ну, на хотя бы такой... Просто... Нет, была стрельба по воробьям, абсолютно. То есть импровизация полная? Полная импровизация. То есть ты пробовал, не стратегически как-то планировал, а именно пробовал? Да, вписывался, самое главное, во все проекты, которые mm-hmm. только предлагали. Это мы сразу сделали большой проект, там 28 образов за один день на одной девушке собрали в большом красивом магазине итальянской одежды. Это какие-то просто проекты, как дипломные съемки. И постоянно везде, на все конференции, на какие-то, по моде я имею в виду, на mm-hmm. какие-то движухи, везде участвовал. В деньги вкладывались и всякие паблики, там рекламу бесплатные там давали какие-то. И просто в директ этот «Гори в аду» mm-hmm. и так далее. Тоже уходило действительно много, потому что ты не понимаешь, где твоя аудитория. Тебе достались преподаватели, которые есть сейчас? Или... Был сложный путь, как их привлечь, потому что там есть действительно известные имена, очень известные. Вопрос мой, наверное, один из любимых. Преподаватель, конечно, осталась команда. Она со временем поменялась, потому что поменялся и наш подход к обучению. Нас обучают только люди, действующие стилисты, действующие профессионалы своего направления. И не только этот фактор важен еще фактор командности, взаимодействия между коллегами, потому что мы все находимся на одном рынке, и здесь нужно важно экологичное ведение деятельности, взаимодействие, потому что ну, так выигрывают больше людей, чем если каждый сам по себе. Есть определенное формирование рынка, да, то есть услуг, стилистики, если мы говорим конкретно про эту сферу, и не везде правильно транслируют, наверное, ценности какие-то, опять же, да. А здесь, ну, вот самых таких интересных преподавателей, которые я привлекал, основным аргументом было то, что мы делаем классное, мы делаем стильно, и нам не все равно, то есть нам не все равно на учеников. Мы хотим, чтобы они дальше делали с тем же настроем, с тем же качеством, что и сами преподаватели, и тогда будет общее мнение о стилистах формироваться грамотно. А если от обратного, да, идти, то есть сделать абы как, выпустить 100-500 миллионов стилистов в год, наштамповать, и как бы так, никто хороший специалист тебе не пойдет, тебе подойдет только человек, у которого доллар в глазах, а доллары в глазах далеко тебя не уведут. То есть идея. Продукт превыше заработка, безусловно. Заработок как последствие. Да, только так, и это грамотный путь, он сложнее. Он не всегда, может быть, сразу дает тебе, окрыляет в плане там, финансов, но это правильная стратегия, потому что в любой сфере все всех знают. Если ты хорошо себя зарекомендовал в одном месте, угу. соответственно, молва пойдет хорошая и в другом тоже. Чисто сердечно, ботов накручивал. Конечно же, да. Арабов всех. Как последствия? Ничего хорошего в этом нету, но... А что уж, тем не... было время. Да, было время, конечно, для массы тоже нужно, потому что в школе, у которой там 300 mm-hmm. подписчиков, тоже не есть хорошо. Очень хорошо понимаю, цифры да. все равно влияют на влияет. Уровень. Визуально, что... да. Сейчас, конечно, мы таким не занимаемся. Важна тут, наверное, больше ценность подписчиков. Работаем над этим. Сейчас у вас самый главный канал, откуда приходят новые ученики, откуда вообще самый главный маркетинговый канал какой у вас? Наверное, сайт. Все-таки сайт и SEO. Сайт SEO вам приносит больше клиентов, нежели Instagram. Инстаграм тоже теперь. Инстаграм вот как раз занялись всего полтора года назад. Инстаграм
Ну, наверное, половину группы формирую точно. Сайт и хороший поток рекомендаций. То есть подружка отучилась, посоветовала подружке, подружка подружке. У тебя стиль управления авторитарный или дружеский такой? Дружеский определенный. Я очень много слушаю. Часто сижу на занятиях, мне интересно понять, как ученики чувствуют себя, мне важна атмосфера на обучении, потому что 3 месяца, когда ты взаимодействуешь с людьми, важно, что у вас было доверие между друг другом и определенная командность. Это дает больше результат, ежели чем каждый пришла тут сама по себе такая вот звезда. А что планируете делать с Инстаграмом? Интересно, как человеку, который владеет СММ агентством. С Инстаграмом? Какие вот хочется найти, наверное, во-первых, хочется сейчас его масштабировать на онлайн, потому что мы вышли в онлайн. Соответственно, локацию Санкт-Петербург увеличить до северо-запада как минимум, а то и по России. С Инстаграмом хочется все же сделать его не просто красивой картинкой, а некой отправной точкой для, во-первых, учеников. Мы часто публикуем работы наших выпускников и отмечаем там все команды, которые работают. Ну и сделать его, не сделать его информационным источником, каналов по моде достаточно на самом деле. Но именно масштабирование Инстаграма, да, есть цели насчет этого, чтобы больше клиентов, больше взаимодействия и помощи также выпускникам. И дополнительный стимул для них, чтобы они могли туда попасть. Да. Чтобы это был такой канал, куда все хотят попасть. Да, сейчас вот одна из идей, которую вот будем реализовывать, это введение рубрик определенных, которые будут вести также ученики. Угу. Очень интересная идея. Я увидел уже у неких своих коллег по этому бизнесу, и она довольно-таки успешная. Конкуренты есть? Назовем их коллегами, наверное. Конкурентов как таковых. Не то чтобы, наверное, они есть, но мы не пересекаемся. У вас разная аудитория. Да, да. Как так? Вот так вот. А кто ваша аудитория, кто у них аудитория? Вот, например, мы больше обучаем на стилистов-шоперов, которые вот консультация, ревизия гардероба. Хотя у нас есть большой блок работы на фэшн-съемки. Ну, например, топовые школы Москвы и там, например, в Питере тоже их филиалы есть. Они больше позиционируют себя как на фэшн-фотографию. То есть, и, соответственно, ну, мы вроде обговорим об одном, но каждый свой клиент. Конечно, цель выпускников у вас разная. Да. Но вот, да, клиентов, пересечений у нас как таковых нету. Сколько обычно на выпуске могут зарабатывать студенты ваши? От нуля. Неплохой старт. Сколько стоят в среднем услуги вот стилиста сейчас? Чтобы сложилось. Сразу скажу, мы ориентируем всех учеников не работать за бесплатно. Это очень глупо, обесценивать свой труд. Вот я вижу объявления на разных... Потом сложно выйти на что-то, когда ты зарекомендовал себя как... Ты себя уже сам закапываешь в нищету, если так можно грубо выразить. Это вот это мышление, сделай, ну пожалуйста, приди ко мне на консультацию. Ради отзыва, ради... Да. Чашка кофе минимум, хорошего, не в Старбаксе, не в каком-нибудь там... кофейник. Терраса с видом на Казанский. Хорошая, да, атмосфера. Это намного больше, как минимум. То есть, ну, какие цифры там? От 3000 рублей. Да, час, если мы говорим. Консультация. Ну, больше не за час сейчас ориентируем, а за услугу, за результат. Соответственно, за консультацию, например, за шопинг там 5000. Это минимальные какие-то цифры, на которые стоит ориентироваться и держать их себе в голове. Если фотосессия, там 1000-1500 за образ, например. А сколько всего курсов? Сколько продуктов? Или один единый? Сейчас 3 есть продукта. Это для себя, те, кто хочет действительно уметь сочетать, работать для себя, свою семью, может быть, мужчину там одеть. Стилист имиджмейкер, наш продукт Локомотив, на который мы ориентируем в принципе. Это полная там и экспертность, и маркетинг. То есть 2 составляющие, которые позволяют профессия двигаться. Профессия под ключ получается. Да, то есть чтобы человек и понял что, и понял как, и так далее. Какие самые большие провалы? О чем жалеешь? Ну, окей, может, не жалеешь даже, но твой провал, который ты бы хотел, может быть, чтобы его не было. Наверное,
Один урок усвоил: токсичных людей никогда не допускать на занятия вообще. То есть все клиенты, которые, ученики приходят к нам учатся, они приходят через меня. И первое время я делал ошибку, то что пускал toxic people, есть такой вот такое качество людей, и они отравляют атмосферу, и она не рабочая получается. Хотя хочется, это же деньги, да, но клиент, ух. А вот нет, лучше не надо. Лучше пусть он пойдет в другое место, но не сюда. Здесь, я считаю, должна быть и атмосфера, потому что она позволяет лучше обучаться и продуктивнее. Это вот такая была, был опыт, на ошибке научился, теперь знаю, что делать не надо. Теперь ты являешься фильтром, который пропускает людей или нет. Такой злодей, да, вы не будете учиться. Да, да, я отказываю некоторым. Твои именно цели касаемо школы. Ты их говорил в первой части, озвучь еще раз, может быть, ты их дополнишь чем-то. Да, есть чем дополнить. Первая идея фикс — онлайн-школа, масштабирование. Ну, надо уже, 2019 год. Скажи формат, это будет свое приложение, это будет свой сайт, это будет платформа другая, но с вашим присутствием там. Какой формат вы решили делать? Мы уже сделали, это на платформе, которую мы грамотно интегрировали на новый сайт. И сейчас там уже выкладываются какие-то небольшие занятия, и уже первый курс «Мужской стиль» сейчас он туда формируется. Там же есть онлайн-тестирование дополнительное, еще всякие фишки. Наполняется пока еще, наполняется. Там много элементов, на самом деле. Вот мы стартанули буквально там 3 недели назад по этой теме. К осени уже запустить уже полный курс. И такая планка стоит: 10 уникальных занятий для стилистов, для тех, кто уже обучился, для того, чтобы продвигать себя, там какие-то уникальные скиллы прокачивать. То есть вы делаете еще с программой Level Up такой? Безусловно. И иначе отснимать просто базовый гардероб, это уже, ну, чем ты удивишь. А вот действительно что-то полезное, нужное, уникальное, это то, что могут дать наша команда, наши преподаватели. Мы это хотим перевести в онлайн, чтобы стилисты не только в России, там, северо-запада и вообще, а еще и за границей, умели и знали, и понимали, как работать там онлайн-продуктами, например, составление капсул онлайн, взаимодействие с партнерами, там, допустим, по юридическим вопросам, какие-то юридическая грамотность. Это тоже очень такая сфера стилистики, это не одевать людей, это психология, это многогранное развитие. И здесь очень много чем можно комплексно развивать свою личность, и профессионала себя, и маркетинг, и экспертность. Так что вот на это фокус. А вторая цель – это филиал в городе Москва. Это такое интересное решение было принято, потому что есть определенная тенденция, что у нас преподаватели, достигнув определенного уровня, или какие-то переезжают. И либо уже одна нога там, другая тут, да, либо уже полностью туда. И я считаю, что почему бы и да, да, организовать там, потому что, изучив рынок в Москве, там такой большой кусок пирога, его на всех хватит, а делать это красиво и качественно, ну, многие даже звонят, интересуются, есть ли у вас филиал в Москве. Значит, надо делать. Вопрос компетенции, вопрос, как это организовать, какого человека туда поставить, потому что я... Лично тебя не клонировать. Да, я не люблю Москву. Вот как бы, как вот не пытался полюбить, не люблю. Значит, нужен человек, который будет с горящими глазами. Наверное, партнер. Да, да. Это самая рабочая схема. Никаких франшиз ни в коем случае. Только на партнерских взаимоотношениях. Потому что тогда человек будет заниматься, любить. Вот. Это, наверное, под конец года будет уже определенная картина сформироваться. Сейчас онлайн. По поводу школы, еще какой план? Мне бы хотелось, наверное, как-то общество стилистов систематизировать в каких-то вопросах, например, в этике. Этике работы стилиста. Потому что сейчас, так как это модная профессия, каждая девушка может себе в Инстаграм писать, что она стилист, а по факту она не стилист. И ведет себя некрасиво, или, например, так-то некрасиво, или, например, в шоуруме одежду теперь уже не дают на съемке, потому что какой-то стилист не вернул вообще одежду, или испачкал, или что-нибудь еще. Это некрасиво, это портит рынок, это всем палки в колеса. Задача глобальная – это сформировать некий фильтр и образ вообще стилистов, кто такой стилист и как его определить вообще во всей России. То есть...
Наверное, да, пусть это будет так, потому что все это через людей передается. Мы формируем правильное мышление, правильные ценности определенные, передаем их энергетику эту. Стилисты это передают дальше своим клиентам или там кого-то, с кем они повзаимодействовали. И эта энергетика, она дальше должна развиваться, и тогда, когда все будут выигрывать, всем будет хорошо. Соответственно, вот win-win. Такая. Вин-вин, определенно, без него никуда. Финансовая цель, во сколько увеличить хочешь? Не будем озвучивать цифры, если хочешь, можешь озвучить. Да, наверное, ну, увеличить доход, финансовую цель. Я акцент хочу, конечно, на онлайн поставить. Мне вот лично мне бы хотелось 500 000 в месяц зарабатывать именно с продуктов школы. Которые я бы грамотно как-нибудь инвестировал, где-то что-то куда-то вкладывался на свою личную жизнь. Но, безусловно, и в школу тоже мне бы куда хотелось. Куда бы еще инвестировал помимо имидж-студии? Недвижимость заграничная. Так, я думаю, на этом вопросы закончились. Спасибо за интервью, было приятно. Спасибо за... Да, мне тоже спасибо за интервью.